Всем привет, с вами снова Максович. Сегодня у нас небольшая игра под названием Shotgun and Zombies. То есть дробовик и зомби. Все просто. Одно оружие, одна карта, небольшая локация. И наша задача выживать с дробовиком против топ зомби. Давайте вначале пробежимся по настройкам. У нас есть мультиплеер с недавних пор, точнее сказать, где-то месяц назад. Он с обновлением появился в этой игре. И дает возможность поиграть вам с друзьями вдвоем. Кооператив. Кооператив на 2 человека. Отлично. Настройки. Видео. Значит, у нас полный экран, вертикальная синхронизация, разрешение. Разрешение рендера, естественно, ставим на максимум. Качество на самое максимальное. И, кстати, между самым низким качеством и самым высоким я особой разницы не заметил. Я не знаю, в чем прикол, но карта настолько туманная. Включено там винетирование, в общем, такой вид, что особой разницы незаметно. Единственное, только текстурки более мутные, по-моему, становятся, и все. То есть, как бы, что на средний, что на низкий, что на высокий, особой разницы я не заметил. Есть опция показать FPS плюс. Она какая-то необычная. Она вам целую статистику какую-то вводит. Ваш процессор, вашу видеокарту, средний FPS, высокий FPS. Удивительно, просто первый раз в играх встречаю что-то подобное, особенно в играх на Unity. Кстати, игра на Unity, да. Итак, значит, настроечки мыши. Здесь тоже все достаточно интересно. Чувствительность мыши, чувствительность при прицеливании. Двойная чувствительность мыши и двойная чувствительность при прицеливании. Удивительно, обычно, как вы уже знаете, в инди-проектах не дают нам настраивать мышь, а здесь, пожалуйста, и двойная чувствительность, и чувствительность при прицеливании. Замечательно. И даже инвертирование мыши по X и по Y. Супер. Просто вообще. Предел мечтаний, можно сказать. Особенно с учетом того, что даже дают клавиатуру настроить. Шикарно. Все шикарно, ребят. Ну что ж, давайте приступать. А, да, здесь еще есть... от авторов небольшое послание. Можете почитать. И поехали. Так, ребятки, вот это небольшая дымная, туманная локация, по которой мы будем бегать. Она достаточно небольшая, здесь далеко вы не убежите. И, собственно, ждем. Здесь как таковых волн нет. Я так понимаю, здесь режим бесконечной волны. То есть, сколько мы продержимся, столько продержимся. А есть один минус, который сразу мне, так сказать, стал заметен. То есть, персонаж у нас не может перезаряжаться при беге. Но есть одна фишка, которая помогает быстро перезарядиться, если у вас кончились патроны, а вам срочно нужно как-то это сделать. Достаточно просто подобрать парящие в воздухе патроны. И у нас автоматически, смотрите, было 6, оп, стало 8. А эту фишку я не сразу заметил, но это помогает. Прикольная тема, на самом деле. То есть, вот, чтобы нам перезарядиться, каждый патрон останавливаться. Зачем? Можно подобрать тупо патрона. Все, шикарно. Чтобы выстрелить, надо тоже останавливаться, да. И в этом есть свой минус. Почему мы не можем на ходу пальнуть? Хорошо. Было бы здорово, если, допустим, мы могли бы стрелять на ходу, но у нас меткость немножко падала, да? Это бы как бы логично. Но почему мы вообще на бегу не можем стрелять? Вот это странно. Ну да ладно. Что-то вроде бы я поставил все настройки на максимум. Такое ощущение, что как будто рендер не очень-то на максимум, если честно сказать. Потому что, наверное, целая волна накопилась. Давайте я немножко хотя бы начну отстреливать. С друзьями-то, наверное, поинтереснее мне играть. Может быть, там и врагов побольше, я не знаю. Но хотя мне и так хватает. Их надо отстреливать, иначе они просто дико копятся в каких-то огромных количествах. О, кстати, типа мини-босса что-то. Большой хряк какой-то, я даже не знаю, что это, кто это вообще, непонятно. Что-то типа... Похожая моделька на ту... Вот мы с вами
проходили буквально недавно игру All Evil Night. Я его тогда носорогом назвал в темноте. Вот что-то похожее, по-моему, на эту модель. Все-таки игра-то тоже на Unity. Видимо, бесплатные пресеты какие-то, ассеты используют. Давай, беги, Форест! Уже два накопилось. Блин, ё-моё, их надо отстреливать. Вот здесь бы, конечно, да, с напарником, наверное, было бы очень удобно в этом плане играть. Бежишь вместе, один отстреливает хоть кого-то, второй спереди, один сзади, там, я не знаю, как-нибудь. Ну здесь, блин, я не знаю, здесь не убежать, перезаряжаться невозможно. То есть, и чем дольше мы бегаем, тем, соответственно, еще мы сами себе делаем сложнее. Они же ведь не уменьшаются в количествах. Ну, так вот, значит, вы выжили 3 минуты 38 секунд. И небольшая статистика нам выводится. Давайте еще разочек попробуем. Только теперь будем пошустрее действовать, не будем копить такие большие толпы. You just can't kill one who's already dead. Не знаю, как на видео будет запись смотреться, но даже вот сейчас я смотрю, из-за этого тумана картинка как будто вся мутная, и на видео, наверное, вообще одни пиксели будут. Так, срочно патроны, патроны. Перезаряжаться это очень долго и непродуктивно. Отлично, можно одним патроном двоих сразу убивать. Есть прицеливание на правую кнопку, но я вообще не вижу смысла в нем. Я сейчас два раза выстрелил, вообще не попал в него. Зачем здесь, если здесь есть хорошие прицелы? Ой, стрельба идет, по-моему, достаточно точно и без всяких прицелов. Если бы здесь была снайперка, кстати говоря, чисто теоретически, если... Бля. Если сюда добавили бы снайперку с каким-нибудь обновлением, ну там, снайперку, какую-нибудь винтовочку и так далее, может быть, это бы было оправдано. Тем более, что здесь есть такие классные раздельные настройки на чувствительность с прицеливанием и без. Ну, это как в контре, там есть Zoom Sensitivity Ratio, по-моему, что ли, параметр. До сих пор ведь помню, уже сколько лет не играю. По крайней мере, это было в 1.6. CS Source Go, не знаю, там какие параметры. Не помню, не играл, потому что особо... Так, ну что, мы пока держимся довольно-таки. Вроде неплохо. Ой, блин, там большая скотина бежит. Надо усмирить зверя. 5 патронов надо, 5 патронов на нее. Давайте сразу вот так вот, ход конем. Хопа, 8 патронов. Че ты там культяпками размахался? Понятно. Где мои патроны? Дайте мне патроны, я сейчас заколебусь перезаряжаться. Ну, должны же быть. Ё-моё, когда... А, вот, вижу. Когда не надо, все время валяются под ногами. А когда надо, хер найдешь. Главное, не копить все в себе. Иначе их потом... Ох. О, замечательно, сразу двоих. Шикарнейше, шикарнейше. А с мышкой здесь хорошо чувствительность сделали. Ну, правда, мне пришлось на самый минимум поставить. Как бы я бы даже еще убавил, если честно сказать. Ну уж, это все же лучше, чем когда вообще нет никаких настроек на мышь. В таких играх настройки это обязательно. Ух ты, блин, как-то я боком попал.
Все, свиней накопилось, блин. Это херово. Ай-яй-яй, дип лишивый. Ух ты, блин. Все, надо больших срочно грохать. Они сейчас нам все... Где патроны-то, блин? Кругами бегаю. Не-не-не-не-не-не-не, вообще не вариант. Ой. Вообще не вариант останавливаться на перезарядку. Только чтобы выстрелить. Это ж все. Это ж кирдык. Ой, да блин. Все, все. Смотрите, вот. Упустил немного момент. И все. И они теперь топами уже валят опять. И становится сложнее и сложнее. Нет, ребят, все-таки здесь нужен напарник, на самом деле. Это будет куда интереснее. Ну, на этот раз чуть подольше продержался. Но в целом, как-то так. Ох, нихера там толпа там накопилась. Ну, в целом, игрушка неплохая. Отлично. Если сюда еще какое-нибудь оружие добавить. Но хотя, концепция игры такая, что даже в названии она прослеживается. Дробовик и зомби. Естественно, если бы здесь было... какое-то еще другое оружие, то игра бы, наверное, и по-другому называлась, соответственно, да? Ну, в общем, как-то так. Давайте на этом закончим. Всем удачи, всем пока и до новых видео!